чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Звук К в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Больше всего эти люди мечтают о спокойной и удобной жизни в окружении семьи и друзей. Кроме того, они хотят оставить о себе хорошую память, как о людях, которые стремились принести счастье другим. Эти люди не боятся проявлять свои чувства к близким, но в то же время именно эти люди могут, использовав мощный потенциал своего имени во зло, быть совершенно аморальными, ленивыми, жадными или, наоборот, транжирами, а также легко поддаются всевозможным фобиям. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Буква «Т» дает человеку настырность. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Звук «Ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Заботливые, ответственные, дисциплинированные и романтические личности, они любят детей и животных, проявляют заботу о других, часто являются хорошими семьянинами. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.